Это графин. Он прозрачный. Это блюдце. Оно может разбиться, если упадет. Это мясорубка. В нее кладут еду, которую нужно мелко порезать. Это совок. На его широкой части загнуты края, чтобы мусор не высыпался. Это миска. Из нее едят суп. Это скалка. У нее есть две ручки. Это тарелка. У нее высокие стеночки. Это плита. У нее есть конфорки. Это кухонная доска. Она ровная и гладкая. Это сковорода. В ней жарят и разогревают еду. Это веник. Им подметают пол. Это стул. У него есть четыре ножки. Это стол. На него кладут книжки и карандаши. Это термос. В нем чай не остывает. Это банка. Она может быть большой или маленькой. Это солонка. Она может разбиться. Это мочалка. Она легко вытирает воду. Это ведро для мусора. У него есть ручка. Это кастрюля. Она может быть большой или маленькой.